Несколько дней остается до деноминации. Банки и магазины завершают подготовку к работе в новых условиях. В ночь на 1 июля не будут доступны операции в интернет и мобильном банкинге. Карточки не будут приниматься к оплате, а в банкоматах нельзя будет снять наличные. 1 июля офисы некоторых банков будут закрыты. Финансисты советуют белорусам в ближайшие два дня сделать все срочные платежи. В первую очередь погасить кредиты и пополнить балансы мобильных телефонов. Кроме того, стоит заранее снять наличные в сумме, которой хватит на несколько дней. Государственный таможенный комитет сообщает о том, что ночью 1 июля таможенные платежи в Беларуси будут приниматься только наличными. Вся необходимая информация размещена на сайте таможенного комитета. Об изменениях в работе проинформированы пользователи ЕРИП и системы расчет. Что касается Белпочты, то все отделения 1 июля будут работать в особом режиме. Услуги в операционных окнах оказываться вообще не будут. Выдавать будут только посылки без наложенных платежей и без начисленных таможенных пошлин. Министерство торговли заявило, что платежные терминалы после деноминации будут работать в обычном режиме. Платежи по карточкам станут доступны уже утром 1 июля, но локальные сбои не исключены. Напомню, с 1 июля в Беларуси вводятся в обращение новые деньги. Появятся 7 номиналов банкнот и 8 номиналов монет. Белорусский рубль избавится от 4 нулей. По официальным расчетам, частичный переход на железные деньги принесет Беларуси экономию. Монеты живут дольше бумажных банкнот.